приглашаем на сцену пару номер два Сергея Дорохова и Анастасия Раздьяконова. Слушай, Сережа, ты умеешь рисовать? Нет, даже не пробовал. А может, попробуешь, может, что-нибудь получится? Да, попробуем. Слушай, Майя. Да? Объясни мне, мы с тобой такие разные. Как мы можем что-то сделать общее? Петя, ты просыпаешься утром и бежишь сразу на пробежку, а меня хочешь высоко даже не поднять. Да, и спорт это не твое. Но зато ты танцуешь круто. Ага, а ты на сцене прыгнул. Но, зато у меня слух хороший. Но это ненадолго, я музыку люблю слушать. Хочешь послушать? О боже, какой ужас! А еще я люблю на велосипеде кататься. Я тоже люблю. Этот попутный ветер в лицо. И ты словно становишься птицей, и сейчас взлетишь. Ага, это вот летит будет. Слушай, что же еще? Ты вроде неплохо вышиваешь. Да, у кого-то руки не из того места. Но. Между прочим, я программист. С компьютерами на «ты». Я тоже на «ты». Я ему, почему ты молчишь? Я ему, почему ты не работаешь? А он молчит. Полное взаимопонимание. Что же еще? Это не только символ мудрости, но и символ нашего университета, который нас всех и объединяет.